Всех приветствую. Очередной регенеративный приемник. Изначально я его делал на диапазон 40 метров, любительский. Но там стоит в последние дни какая-то мощнейшая импульсная помеха. Приемник работает, но принимать очень некомфортно. Поэтому пришлось спешно порядке перестроить на диапазон 80 метров. Из-за этого вот получился вот такой колхоз. Это подбирал уже на ходу рассеивающие конденсаторы. КПЕ настройка здесь отдельно стоит. В качестве, конечно, в ОНЧ применяется активная компьютерная колонка. Вот она. Слышно, как она гудит. Чуть поближе покажу. Вот так смотрится. Схема будет в статье. Ссылка будет в описании к этому видео. Это регулятор уровня регенерации. Так, ну и антенну подключаем. Приглашает Украина. 5 дилемма, не хватит, Дима, например. Унича, Брянская область, например. Да, спасибо большое. Ну что ж, недавно работали на сороковке, ну и в этом месяце смотрю на 3,5, да, встречались в этом году уже, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 телесов в этом году, сегодня 7, вот, так что встречаемся часто, это как бы хорошо. Ну что ж, всего самого доброго желаю, Виктор, не болейте, самое главное, здоровья вам, вашим близким. Всех благ, удачи, доброго вечера. Ну и до будущих встреч в эфире. До свидания, 73, пока. Будет по снегу, там можно будет проходить антенну по тесту. Это не по дедушка. Я тебя так на фоне так немножко поджал, включил. Вот это бабахнул ты. Алексей Курахов. У меня прием. Сейчас ответим. Что-то у меня тут не пойму, что-то у меня тут. Сейчас, Лешка, секунду. Ну что, качество демодуляции очень неплохое даже, очень хорошо работает приемничек. Продолжаем. Зинаида. Леонид Харитон, Зинаида, добрый вечер. 5-9-15 сверху, Каменка, Леонид на приеме. Надален, добрый вечер, доброй ночи. Рад слышать. Замечательно, громко, 30 плюс Владимир Купинский на приеме. Да, Володя Купинский. Хорошо, тоже звучит приемка. 6, сейчас покажу, как работает на слух уровень регенерации, когда регулируешь. Вот это ниже порога генерации. Привет.
то это уже чуть выше порога генерации идет демодуляция. Еще раз, ниже порога. А вот чуть выше порога генерации. Так, это работает антенна Inverted V, большая, полноразмерная. Из нее идут мощные сигналы. А вот сейчас попробуем, вот этот торчит кусок. Это антенна в виде провода длиной 10 метров всего лишь. Попробуем, что она покажет. Конечно, сигналы послабее, выше уровень шумов, но работают приемники на короткую антенну. А если бы компрессор был, то сигнал 8. Василий, город Унича, Брянская область. Давненько не встречались, Владимир, с вами с марта месяца этого года. Рад слышать. У вас есть Леонид Елена, я Роман Василий, 3Y. Приятно, там были купальник, как говорится, просто. Вполне прилично работает на короткую антенну, которая вообще там лежит на винограде. И заметьте, я при перестройке по диапазону ни разу не построил регенерацию. То есть раз выставил уровень регенерации, не подстраивал ни при перестройке по диапазону, ни после смены антенны. Так что покажу поближе. Это горит светодиод. Это стабилизатор питания базовых цепей усилителя ВЧ. Вот два транзистора усилитель ВЧ по входу. Далее регенеративный каскад. Еще один усилитель ВЧ. И предварительный каскад усиления НЧ. Два транзистора. Ну что, приемник мне понравился. Поэтому я его разбирать пока не буду. Перестрою в будущем на диапазон 20 метров любительский. И на диапазон 49 метров вещательный. Сниму видео и выложу в интернете.